Приветствую вас. Я бы сказал, что здесь несколько элементов, я бы сказал их три основных элемента. Первое – это травма потери, травма утраты. Вот. Это первое. Второе, это навязчивость мысли. Вот. И, соответственно, это, некоторые ваши эмоции и переживания не находят реализации. Я полагаю. То есть тут именно нужно смотреть на то, как образуется механизм навязчивости. Вот. И следующее – это аутоагрессия, направленная на себя. Вот. Связанная, вероятно, с чувством вины перед этим человеком. Вот. Имеется в виду, которого вы потеряли. Вот. Связано с тем, что вы чувствуете себя виноваты перед ним. Вот. И, соответственно, здесь такая вот неприглядная получается ситуация, то есть вы себе вред причиняете, ну и прочее, 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 короче говоря. Вот, то есть тут нужно смотреть именно на, как мне кажется, ситуация именно в такой вот позиции. То есть на ситуацию с такой вот точки зрения, значит, что вы почему-то чувствуете себя виноватым перед, ну вот, перед человеком. А за что-то вы себя чувствуете виноватым перед ним. Вот. Только за что? Вот в чем вопрос. За что и каким образом? Ну, то есть как вот получилось, что вы себя чувствуете виноваты перед ним, ну, перед человеком. Вот. За что, понял, по вашему мнению, да? Вот, и как это, соответственно, случилось, как это, соответственно, как это произошло, вот, что вы, ну, что вы обвиняете себя в этом, вот. Я имею в виду в том, что, что случилось с вами, что произошло с вами. Вот.
Вот то, что я могу, наверное, вам сказать с точки зрения, ну, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, ну, вот. С точки зрения опыта. То есть работать нужно как бы вот с утратой, я бы сказала. Здесь в первую очередь работать нужно с утратой. Вот это то, как мне кажется, можно вам ответить на вопрос, на ваш. На этом все, в принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за отклик по моему ответу. И это может послужить началом вашей работы над собой.